Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Современные тенденции дарят нам множество вариаций, как разнообразить свои наряды. Но большинство женщин продолжают носить скучные аутфиты, не подозревая, как стильно они могут раскрыть свой вкус и потенциал. Костюм двойка. Он хорош комплектом и по отдельности. Брюки можно носить с гольфом, свитером или блузой, а жакет уместно дополнит как базовые, так и вечерние наряды. Также не стоит забывать об идеальном сочетании блейзера и джинсов. Кстати, не обязательно выбирать однотонный костюм. Вариации в клетку или с принтами внесут в гардероб привлекательное разнообразие. Небрежность. Данный ход может понравиться многим. Не нужно приводить свой наряд в состояние идеальности, придерживаться строгих правил или перфекционизма. При правильной подаче такая одежда смотрится лишь чуточку небрежной, но никак не неряшливо. Такой подачей славится главная черта стиля casual. Рубашка свободного кроя – вещь универсальная. Ее можно небрежно повязать или застегнуть поверх футболки, дополнив джинсами. Надев на гольф под жакет или вовсе миксовать с вещами в спортивном стиле. Например, с широкими брюками или свитшотами. Признавайтесь, что с определенной регулярностью лень побеждает, отговаривая нас наряжаться с утра. Надевайте цепочки и серьги. Данный элемент идеально подходит к описанию «мал да удал». Вам стоит обратить внимание на украшения в минималистичном стиле. Такие детали всегда незаметны, но положительно сказываются на образе в целом, заполняя пробелы. Не бойтесь проводить эксперименты со своим внешним видом. Только так вы сможете найти свой индивидуальный и неповторимый стиль. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!